Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна, канал DIY Рукоделие. И сегодня я хочу попробовать сделать куклу из газетных трубочек и ткани. Вот из газетных трубочек и джута я вот такое уже делала. Видео есть на канале. Заходите, смотрите. Если вам нравятся мои эксперименты, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь моими видео. Мне это очень приятно. Пишите комментарии. Если есть возможность материально помочь каналу, ссылка внизу в описании под видео. А теперь давайте начнем. Эксперименты продолжаются. Сначала сделаем туловище, как обычно делаем куклу. Теперь сделаем юбку нашей кукле. Делать будем ее из картона. Есть вот такая красная кофта. Что-то я уже от нее отрезала. Так, вроде я разобралась. Я ее все разрезала. Вот мы кладем куклу. Сформируем голову нашей кукле. Такой старой кофты я уже вырезала два вот таких кусочка, из них мы сделаем рукава. Один рукав я уже попробовала, сделала вот такой получился.
Нашла я у себя вот такие вот нитки хлопковые. Вот эти вот. И ими обмотала лицо. Сначала белыми, а потом поверх еще вот этими. Вот с этой стороны у меня будет лицо, поэтому я поровнее обмотала. Теперь давайте оденем нашу куколку. Вымеряем ей руки. Взяли вот так посередине. И та сторона, где у нас будет сзади, мы вот так приклеиваем. Это у нас будет верх шляпы. Я взяла пробку, немножко ее подрезала, чтобы она хорошо села. Если у вас голова будет поменьше, можно ее не подрезать. Здесь уже все сами корректируйте. Потому что голова у нас самопальная. Ну и подгоняем как можем. Смотрите, мы взяли вот такую, вот эта вот наша шляпа готова, да? Сейчас мы что делаем? Берем вот так ткань, так, чтобы она у нас вот сюда заходила, понимаете, да? С учетом того, вот, держим, и вот так вот ее нам надо в этом месте проклеить. Нам надо ее вот так собрать все вот здесь. Такую шляпу я делаю первый раз, поэтому вы меня извините за мои косяки. Наверное, надо было вот такой круг вырезать и уже им работать. А я как-то вырезала квадрат, и у меня остаются эти лишние куски. Я думаю, что их просто я так вот срежу. И вот так аккуратно сюда будем подклеивать. Ну вот смотрите, кукла почти готова. Здесь надо доделать ее. И я не могу понять, какие мне надо волосы сделать. Я уже измучилась. Я сделала джут. Я поняла, что плохо. Но, знаете, на помощь пришла моя родная сестра. У нее замечательный канал. Ссылка на ее канал я дам в описании. У нее два канала на оба, да? Один с рукоделием, другой с эпоксидкой. Но это на канале с эпоксидкой, когда она начинала, у нее было одно шикарное видео, как сделать завитки из такой тонкой тесьмы.
И она мне напомнила, и я ей очень благодарна. Ссылка на это видео тоже будет внизу в описании, как и на ее канал. Вот, я сейчас быстро покажу, как она делала. В общем, конечно, это очень-очень замечательно, потому что я уже не знала, как сделать. Ну, что можно сделать вот для этой куклы? Джут явно не подходит. Представляете? Но я уже была готова на все. Поэтому я показываю, как она быстро делала. То есть я взяла вот такую тонкую тесьму. Она еще есть тоньше. У меня только вот такого цвета. Берем трубочку. Закрепляем тесьму. Так ее обматываем. Так закрепляем. И делаем таких несколько штук. Вот смотрите, я сделала из ленточек. И еще сделала вот такую одну. Но это тоже чистый эксперимент. Я не знаю, что получится. Вот из такой синтетической веревки. Попробуем, получится или нет. Теперь вот эти вот, которые у нас есть. Берем фольгу. Заворачиваем. Одного цвета. Если вы будете делать нескольких цветов, то каждого цвета отдельно. Цвета не путайте. И отправляем в духовку на 15 минут, в разогретую духовку до 100 градусов на 15 минут. Затем мы ждем до полного остывания, когда вот так вот взяли, и она холодная. Давайте попробуем его раскрыть, посмотрим, что у нас получилось. И локоны. А если еще тоненькая будет, если такие совсем тоненькие, будет вообще красиво. Да. Теперь давайте посмотрим вот это веревка. Духовку горячее не делайте, иначе у вас сплавится все. Тоже получили, смотрите-ка. Смотрите, какие спиральки. Она тяжелая все-таки, вот эта веревка. Надо, наверное, потоньше какую-то веревку. Теперь, я думаю, каждую я сейчас разрежу на две части. Ровно пополам. Теперь, подклеивая шляпу вовнутрь, посередине, вот так сворачивая, будем приклеивать наши локоны. Только смотрите, сначала вымерите, как у вас будет шляпа. Вот у меня она на кукле будет вот так, да? Значит, я должна локоны брать, вот отсюда начинать. Получилась шляпа с волосами. Теперь мы доделаем нашу шляпу.
в завершение давайте сделаем ей клатчик небольшой. Смотрите, какая у нас получилась оригинальная кукла в такой красивой шляпе. С какими шикарными волосами. Если вам нравятся мои эксперименты, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями моим видео, пишите мне комментарии, мне это очень важно. Если у вас есть возможность, я буду благодарна материальной поддержке моего канала. Теперь я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пока-пока.